теперь остались год. У нас первым делом идет спецприз от информационного агентства «Русэкотест». Это «Миклео» караоке. Здесь интересно. Номинации «Самый стойкий бокал» и «Эналантийская Сахара». Ну, кто был вчера, по крайней мере, это точно никогда не забудет. Номинации «Больше крови», «Богу крови» побеждает команда «Кригана». Это команда, которая вчера устроила вам битву кулаками. Номинация «Самое яркое возвращение» – «Фай». Как это вы все нас хотите, а? Так, в номинации «Танцор от Бога» побеждает вчерашний танец, который все видели. Это Лорепа. Номинации «Самое чумовое дефиле» Ахриман Фокс, Светлана Кардера. Поскольку в номинации «О боже, какой мужчина!» Очень тяжелый подарок. Очень не бывает. В номинации «Угощение строптивой» Валерия Даркель. В номинации «В самое сердце» караоке «Гли» Химатоу. Тоже большой подарок. В номинации «Самые хвостатые» Шун, Киндер и Мим. В номинации «Гиперактивный шериф» побеждает Ром. Вуди.